شیش. Джуси, побазарь с фанатами. Чё, кого, ёпта? Как дела? О, хорош. Татуха это заебись. Нихуя себе, что у тебя за грудь, что тебе не больно тату на груди делать? Привет. Ну, с бодуна еще можно, да. Я слышал. А, нихуя себе. Мне всегда было интересно, как это возможно уснуть на тату-сеансе. Шиш! С каждым вопросом, когда альбом отодвигается еще на неделю. Надо, хули заебали. Видео с НЛО вообще никогда. С ума сошел. Блять, в 11-й, по-моему, или в 10-й. В 10-й, наверное, даже. Что? Флешбэк вошел в мой релиз. Го! Коллаб. Коллаб это мы всегда рады. А у меня возвращается челка, смотри, ебать, я снова челкарь. Здорово. Сходил чисто помыл башку для перископа, чтобы быть нарядным и красивым. Сбрил, а не смыл. Видишь, какие у меня усы охуенные. Это называется, купил себе The Elder Scrolls Online. Усы игрока, блядь. Нет, и что, ебан, что ли? Нихуёвый такой пропуск, да. Помыл башку и покурил башку. На. Дефолт усы, да. Чё, чёлка? Усы на максималках. Бля, пиздец, какие они уёбищные. Надо пойти побрить усы. Здоровье, да в порядке. Как у тебя здоровье? Челкоскоп. Ну это вот так вот, короче, если сделать. Что же хватает на челку, нехуй делать. На две челки хватает. Так, пацаны, не спрашивайте про альбом. Вопросы об альбоме хуёво влияют на готовность альбома. Я вот сижу сейчас, проснулся час назад. Пока сижу, втыкаю, позавтракал. И думаю, надо, наверное, ехать на студию и писать альбом. Но я же купил The Elder Scrolls Online.
как быть? Тамриэль нужно спасать, Каджита качать нужно, квесты выполнять. О, давайте на Кикстартере соберем денег для Девианта. Тогда я стопудово его поеду писать. Как ты кинешь спойлер на онлайновую игру? Шесть дней катали. Ну, я примерно... Вообще, я себе сказал, что я буду дописывать альбом где-то в середине месяца, и еще недельку я буду задрачивать сидеть по 9 часов в день. Вот. Но сегодня мне нужно ехать по-любому на студию, по идее. Потому что там проекты других людей, на которые нужно доделать. Вот. У меня квесты вообще дохуя на студии. Нихуя там не веселее. Там смотришь, как ебаный Сережа сидит, играет в The Elder Scrolls и качается. А ты не качаешься в этот момент. Он уже будет 20 уровень, а ты еще не 20 уровень. Вы идете с ним в данжик, он всех отъебывает, а тебя сливают, потому что ты меньше уровнем. Ничего прикольного. Его еще хуй высадишь из-за компа. А если ты сядешь за комп и резко не подорвешься писать рэп, он скажет: блять, вот из-за этой хуйни ты меня высадил, а я мог бы играть, сидеть, заебись. Так что. Хуй его знает. Нет, сейчас уже другая игра. Мы в той игре мы всех отпиздили, а потом нас отпиздили, потому что мы не заходили долго. Нам разъебали всю базу. Сейчас пока Tamriel Online, Tamriel Unlimited не заебет, будем играть в него. У кого есть эта игра, давайте играть вместе. Есть школьники, которым родители дали 2000 в Стиме по скидке купить? Стопудов уже есть. Да, в пизду доту. Если я, не дай бог, если бы мне понравилась дота, это все пиздец. Ну я ебал, ну. Сейчас будет русрэп катка соберется у меня в инст этом в перископе. Пу-пу-пу, God of War я последний раз на PSP рубал в школе. Мне вообще переустановили с лицензионной восьмерки, на которой ебланили дрова, пиратскую восьмерку. Теперь у меня все игры работают, но у меня раз, три раза в день вылезает активация Windows. Особенно всегда в охуенном замесе, когда меня ебут вчетвером какие-нибудь лучники. Вылезает голубая хуета на весь экран активации Windows. Да надо скачать, мне, блядь, впадло. Я когда сижу, играю, я закрыл и дальше сижу, играю. Бля, ну пацаны, The Elder Scrolls Online это, конечно, царская MMORPG. Самая пиздатая, в которую я играл. У меня есть GTA 5, только нелицензионная. Хуй с ней, неинтересно. В онлайне я бы пиздил там типов, угорал, давил их, блять, ограблял какую-нибудь хуйню. Бля, ну сейчас в тест только катаю. Целенаправленно, плотненько. Хуячу в ТС. Кто шарит за Elder Scrolls, скажите, у кого какая любимая раса, за которую постоянно проходили части не онлайновые. Нет такой расы там. Ты все придумал.
Да хуй знает. Негры. Я никогда неграми не играл, блядь. Я все время играл даммерами, темными эльфами, охуенные типы. Красноглазые такие. Сука, захожу в онлайн, а там, короче, три враждующих стороны, у каждой по три расы. И типа, Серега выбрал себе Каджита ебучего, а я выбрал все данмеры, и оказалось, что мы враги, пришлось тоже кошака выбирать. Бегаю кошаком. Сука, у меня такой угарный шлемак там. Ну вот когда у тебя кошак и угарный шлемак, как можно ехать на студию, пацаны? Моровинд это вообще вечная игра. Я с 6 класса играю в нее и раз в год стабильно я ее ставлю, чтобы еще раз позадрачивать в нее. Правда, когда я увидел на Ютубе видос, как чувак прошел за Elder Scrolls за что-то 15 минут или 10 минут. Якобы совсем хуй забил на основной квест. Хожу чисто барыга, барыга, барыга такой. Почему Соня? Нихуя не Соня. Вы слышите, что это за звук? Это звук того, что я не поехал на студию. Ебать, у меня длинный пароль. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Нас выпустят, это то... А, мы прибыли туда, куда тебе... Как там, блядь, было? Нас выпустят, это точно. Вы прибыли туда, где вас выпустят, направляйтесь за мной. Тихо, стражник идет, блядь. Я помню, как-то раз запустил эту игру. Не помню, кто рядом сидел. И я начал хором произносить все эти фразы. Тот, кто был рядом, охуел очень. Ну, прям, мне кажется, эти фразы все знают. Это как начало в Mass Effect во втором. Сейчас. Let's play, ебать. Вот, охуенно. Блять, как его поставить-то? Короче, пацаны, я вам покажу свой охуенный шлемак. Блять. Сейчас я выбегу на свет. Ебать, какая я кисонька, смотрите. А еще у меня маленький кот за мной бегает. Мы угадали, что это типа моя жена несовершеннолетняя, потому что я Каджита, это кошка. Бля, когда этот шлем выбил, ебать, я усывался с него. Такое ебло. Бля, летсплей одной рукой не получится снимать. Пацаны, у кого какой класс любимый? По идее, ведь по тому, как человек выбирает себе класс, в играх можно определить, какой у него характер. 11B, заебись. Ориентацию? Типа, ну, пидоры выбирают хиллеров или чё? The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited это. Я же говорю, больше ни в чё не вплею, ни в чё не плею сейчас. Я, короче, создал себе рогу, чтобы вылетать из инвиза, давать больно критами по ебалу, пускать кровотечение из всех щелей и убегать.
А хуй знает, мне что-то Ведьмак никогда не нравилась эта вселенная. Бля, здесь в этой игре пиздец какие эпичные квесты даже для онлайна. Слишком пиздатые для MMORPG. Да так это, можно сказать, продолжение Скайрима. Мы катаем с Серегой, но Серега сейчас не в сети. Хотя пати осталось. Вчера Санек зашел за Серегу, помогал мне проходить квесты. Да, хвост хуе длинный у этого типа. Бля, пацаны, тут такие мобы угарные есть. Тут есть крабы, у которых, когда мало хп, они зарываются в землю, потом вылезают у тебя за спиной и кусают в жопу тебе. Не, футбик вообще не умею играть. Мне не нравятся спортивные симуляторы. Сука, блядь. Это называется, когда пытаешься хайпануть с хуёвым рэпом. Да блядь. Блядь, сука. Да блядь. Надо как Dead Dynasty попробовать, блядь. Dead Dynasty, тварь. Блядь, что-то все равно не работает нихуя. Блядь. Блядь. Мой белый, блядь, совсем хуёво, аж до середины не допрыгиваю. Блядь. Вот, с нормальным рэпом такой хуяк вышел просто без прыжков. Так. Ай, бля, походу мне пизда. Нет. Жрачка бесплатная. Нихуя. Тут никаких, даже никаких бонусов для нубов в виде бесплатной шаурмы нету. Единственное, вот что я не люблю, здесь очень уебанская система взлома замков. Пиздец, какая неудобная. Раньше было гораздо пизже. Бесплатной шаурмы нету, блядь. Единственный минус в этой игре. Когда оформляешь там подписку, то есть ждешь, что бесплатная шаурма будет от Bethesda Softworks. Нихуя нету. Блять, это что такое за хуйня? Лол. Видели, с неба пидорасы упали. Хат пищу. Бля, без мышки пиздец неудобно. Так. Прицелились. Ебать, это что за хуйня? Пацаны, я пошел, короче, отсюда. Ну или мне надо положить камеру, чтобы вывести. Охуеть! Охуеть, что за урод тут вылез? Сука. Бля, все, я съебываюсь в инвиз, иначе меня отпиздят. Короче, я съебался. Я очень сильно нахватал по ебалу, потому что их было много. Блять, трещина эпичная у меня в потолке, да. Типа, новостроечная движуха. Ладно, я, короче, решил набраться смелости и вернуться. Но что-то мне подсказывает, что я не наебну этого типа. Потому что у него дохуя помощников. Бля, типы, короче, подождите, я попытаюсь отпиздить его. Бля, 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 живи, сука! Охуеть. Этот пидор что-то кастанул на меня, что я не мог хилиться и все такое. В общем, я его одного не могу отпиздить. Смотрите, какой уёбок. Да этот пидор такого же уровня, как я, это типа босс. Только я не знаю, что он здесь вообще делает, нахуй. Потому что я просто гулял по улице, и этот пидор упал с неба, охуеть, да?
Сука, как поставить iPhone, чтобы было заебись? Ой, я понял как. Надо закрыть окно. Россиюшка, Россиюшка за окном. Короче. Охуенный летсплей. Показать лицо. Здорово. Ванус, я могу подойти со спины с инвиза и уебать ему охуительно, но это мне нихуя не даст, смотри, потому что он пидорас тот еще. А, у него глаза со всех сторон, поэтому к нему не подойти. Чину его нахуй, лучше беззащитного медведя отхуярю. А, тут уёбок за мной гоняется. Сука. Да пошел ты нахуй, сука. Может мне в догонцы играть вот так вот? Да охуение. Так. У меня есть хуйня, которой можно кидаться с расстояния. А я ему так заебусь насовывать. И еще этот пидор в воде ими не кидается. Блять, а когда ты уходишь далеко, он опять отхиливается, сука. А, похуй на него, пойдемте дальше, короче, блять. Как его убить? Давай, расскажи мне. Накури его спайса. Я лучше оленя зарежу одним ударом. Олень, сука, ебаный. Да блять, хуй с ним, там вон лежит козел, желтым светится, я его могу облутать. Но у него, конечно, ничего пиздатого не будет, я уверен. Охуенно, у него была куча неинтересного говна в инвентаре. Ла-л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 а. Блять. А, все, ему на... у него напарники прилетели, поэтому, пожалуй, я пойду отсюда нахуй совсем. Уёбок, блять. Сука, вот, блять, буду я 20 уровня, приду, так тебя отхуярю. Если вас отпиздили гопники на улице и тоже им так говорите, типа, блять, сейчас я апнусь, задонатю и пизда вам нахуй. Смотри, какой у меня маникюр охуенный. Гопники? Ёпта, я же в России живу, как у меня не может быть гопников? Пермь, ёпта, блять, у нас даже сериал про гопников сняли. Ясен хуй. Блять, основное, как бы, блять, рабочий класс и большая часть населения этой страны гопники. Куда они денутся-то, блять? В каком смысле движ 90-х? Просто есть такие обоссанные хуеплеты из подъездов, которые думают, что они движ 90-х, но они просто хуеплеты из подъездов. Ой, блядь, понятие. Ебал я. Таких типов увозят, блядь, на природу или стреляют им по коленкам, нахуй, с травматов, и их понятия все, блядь, оседают у них в очке где-то резко. Ну, давайте отпиздим кого-нибудь. Кстати, для любителей доты в этой игре есть ульта.
Здорово, Грунт Битс. Подобрал какое-то говно. Да тут уль такой особо не красочный. Какая-то пизда тут сидит на жопе. Как я читаю квестовые тексты? Да, очень интересно. Кого отпиздить, говори мне просто. У меня ульт еще не откатился, я недавно юзал вот он. Он даже на букву R тоже здесь. Мы уже выполняем с вами какой-то квест сейчас. Высшие эльфы сидят, щемятся по кустам, когда какие-то пацаны тут, блядь, отъебывают всех. Мне нужно найти униформу. Я заметил такую хуйню, что я в целой куче квестов в этой игре, тебе нужно переодеваться в кого-нибудь. Прям какая-то мания, блядь, к фетишизму, нахуй. Теперь мне нужно в пидораса какого-то переодеться. Которые здесь все захватили. А, надо им выдать, этим пацанам. Вообще хитман, реально. Так. Чё? Пять спасать каких-то солдатов. Сука, нужно спасти пять солдатов в одного, блядь. Почему эти пять...